Привет, друзья! Был вопрос про карбонаты и гидрокарбонаты. Карбонаты и гидрокарбоната – это средние и кислые соли угольной или карбонатной кислоты. Ее формула H2CO3. Она у нас двухосновная. Что значит двухосновная? Это значит то, что в ее состав входит два атома водорода. Поскольку соли у нас являются продуктом замещения водорода в кислоте на металл, то угольная двухосновная кислота может образовывать у нас средние соли, вот пример калий-2CO3, когда все атомы водорода заместились на калий и образовалась средняя соль. Так может образовывать и кислые соли, когда только один атом водорода заместился на металл, в данном случае на калий, а один водород остался. И это у нас кислая соль, гидрокарбонат калия. Кислые соли у нас могут образовывать только многоосновные кислоты. Думаю, это понятно. Одноосновные кислоты кислые соли у нас не образуют. Напомню, что угольная или карбонатная кислота является очень слабой и при нагревании она частично, а при кипячении полностью разлагается. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я отвечу. Также можете писать мне в личное сообщение. Также пишите, на какие темы вы бы хотели эфиры следующие. Подписывайтесь и на мой Инстаграм, и на мой Телеграм-канал. Ссылки есть в описании канала. Всем всего доброго, всего хорошего. Пока!